тут же организовался фотограф, который хочет это запечатлеть. И это правильно, друзья, это правильно. Здорово, да, получается, ребят? Не жмут? Какой размер у тебя? Говорит, нормальный размер. Ребят, сколько это нормально? Нормально, здорово. Так, смотрите, друзья, естественно, если мы одеваем ласты, значит, мы должны одеть и что? Трусы уже одеты, маску, правильно. Так, друзья, мы возьмем... Можно этот мяч взять? А есть второй? Нет, второй нужен для участия. Непосредственно по автоназначению его использовать. Так, ну как? Бить его, бить! Друзья, мы сейчас установим символические ворота. Отлично, вот так оставляй, вот здорово. Как было здорово. Итак, устанавливаем символические ворота. Одна штанга есть, вторая. Я думаю, такая длина ворот будет хорошая, да? Посмотрите, друзья, 4 шага. 1, 2, 3, 4. Сейчас нужно определиться, друзья, кто первый будет бить сопернику по воротам. Соперника по воротам. Большая серия 12, и тот человек, который забьет больше голов, ему соперник будет. 9 метров, ты не большой, ты готов? Ага, вратарь Леша становится на ворота, Дима бьет по этим воротам. Так, нужно сделать 3 шага назад. 1, 2, 3. И вот с этой черты ты разгоняешься. Не, обязательно разгон. Я же забыл сказать вам это. Обязательно разгон. Да, ворота это две вот этих штанги. И самое главное, Леш, твоя задача руками не отбивать мяч, только ногами. Отлично. Подготовился уже Леша к принятию. Да, ты готов? Пробивай, разгоняйся, пробивай мяч. Мимо ты ударил. Леша побежал за мячом. Прям сорвался, как с цепи сорвался Леша. Леша! Отлично, давайте мячик. У Леши поддержка появилась. Давайте по два удара остановить за черту. Я установлю себе мяч. Нет, мы пробиваем по два удара, потом меняемся. Ты уже выбрал определенную походку, да? Ты сориентировался, как нужно участвовать в этом конкурсе. Ты готов? Надо разгоняться быстрее, чтобы удар был сильнее, хорошо? Готов? Маска не жмет? Все хорошо? Давай, раз, два, три. Леша готов? Он посмотрел на склон. Нет ли снайпера на склоне? И давай. Поехали. Раз, два, три. Разгоняйся. Побыстрее постарайся. И сильный удар. Уверенный. Что такое? Отлично. От штанги гол. Леш, это гол был. Тебе помешала лишняя рюмка коньяку другой. Поэтому ты пропустил. Один мяч ты забил. Двух становись на ворота. Что, теперь твоя очередь, Леш. У тебя опыт в футболе больше. Смотри, вот линия. Я сейчас установлю. Переходи за эту линию, я сейчас установлю тебе мяч. Ты сам установишь, в принципе, ты очень близко, так нечестно. Давай вот где-то здесь. Ты просто не знаешь силы Лёши, он может еще на метр отойти и ударить. Итак, я думаю, что это нужно даже запечатлеть на камеру. Вот этот человек с фотоаппаратом это делает. Все, давайте на раз, на 3-4 крикнем, 3-4, Леша, я думаю, это ему поможет. Ты готов, Леша? Давайте. 3,
4, поехали, Леха, давай! И разогнал! Отлично! Ну это гол, да? Это был гол, ребят, с этой стороны лучше видно. Вот, поднимают уже на руки. Хорошо, что здесь не асфальт, так бы разбили бы дорогую испанскую маску. Отлично. Так, давайте устанавливаем мяч. Мы отошли подальше, убираем горку, правильно, чтобы все было по-честному. Главное в этом конкурсе не порвать ласты, благодаря которым наш друг Ихтиандр передвигается. Ребят, вы помните, да, как Леша любит? Он любит, когда вы говорите 3-4. Ты готов, Леш? Это очень важный удар, потому что он может решить судьбу этого конкурса. И, ребят, давайте. 3-4. Давай, Леха, покажи, что ты можешь. Лови мяч. Тебе назначается штрафной удар, потому что ты взял в руки, ты же помнишь. В руки брать нельзя, отбивать только ногами. Нет, пенальти это... Леш, у тебя просто благодаря Тиме появился еще один шанс забить гол. Ты помнишь, выбери правильную походку, подбежку. Итак, 3-4, погнали, смотри через маску, удар. Давай. Еще по одному удару. Немножко ускорьте, ребят, вы же уже освоились, в принципе. Ну что, ты готов? У тебя есть одна, но очень надежная представительница поддержки. Ничья, да. Ты бьешь поближе, потому что ты младше, да? Ольга болеет вместе со мной сейчас за Диму. Давайте скажем, Дим, отойди, чтобы первый догнаться мог. Давайте скажем 3-4, да, и он ударит. Вы готовы? Ты готов? Леш, готов? Поддержим? Не давайте. 3! С левой! Отлично! Мяч улетел, отличный удар, он уже приспособился. Нельзя останавливаться, но это будет... Давай, Леша, сейчас твоя очередь, ты уже отдышался после двух ударов. Дим, ты готов? Отлично, Дима готов. Леша! Отлично, Леша готов, приятно. Ребята, 3-4, давай, ну, заканчивай этот конкурс, если получится. Обязательно сейчас ты получишь подарки, не уходи ты. Ты состязался по-честному, хоть и не в равном возрастной категории, поэтому и ты получишь подарок. А у нас на поле тем временем Андрей Сахарута забивает первый гол команды «Цикл» в этом матче 1-0 в пользу киевлян. Итак, начинается второй тайм между киевским «Циклом» и домской командой «Эликс». Счет 1-0 в пользу команды в желтом. Матч обслуживают арбитры из Одессы, два Бориса, Венедиктов и Иваницкий. Напомню, что это последняя игра в группе A, где на данный момент по 3 очка имеют команды «Циклум», «Харьков», «Киев» и IT-сборная Одессы. Удар со скоком от песка. Давай!
что представители всей команды группы поддержки логики уже организовали пятерку. Я так понимаю, это пятерка, которая готова выступить на волейбольном турнире, правильно? Одна девушка за пятерых, она и танцует, и улыбается. Роскошно танцует. Александр Прокопюк, местный джедай. За второй матч сохраняет свои ворота в неприкосновенности и настроен продолжить эту традицию. Отскок, рикошет и угловой. Удачная подача углового. И снова с мячом циклом, который ведет со счетом 1-0. Дорогие друзья, женская команда по волейболу города Львова уже готова к участию. Осталось найти еще одну команду, которая представится как соперник. Но соперниками будет не только на волейбольном поле. Мы поднимаемся на трибуну. Может быть, здесь кто-то имеет желание поиграть в волейбол? Ребят, за победу в волейбольном турнире отличнейший дорогостоящий подарок. Возможно, Якубович бы это сказал лучше. Орест Батько сейчас с мячом и будет пробивать пенальти. Забивает. И 1-1. Пол в атаке, нарушение против вратаря. Желтую карточку получает. Отворот. Штрафной удар сейчас. Пробьется команда Эликс. Ярослав Сокоруда. 2-1 в пользу циклопа.
Правил со стороны Левовян, и я рассказал, что Харута будет пробивать штрафной удар со своей половины поля. Напомню, 2-1 ведет команда в желтой форме и в пицику, у которого уже есть 3 очка в запасе. Неточный удар. Ну что ж, вот и завершается матч. 2-1, побеждает Цикрум и выигрывает группу A.